Я Андрей Моэн. 25 лет назад я написал книгу. Мой роман побил рекорды продаж и собрал почти все литературные премии. С тех пор я пишу всякую чушь. Моя жена Сесиль. Она терпит меня уже 25 лет. В чем секрет ее красоты? Бокал белого вина каждый день и новый антидепрессант каждый год. Она подарила мне 4 детей, которых я бы с радостью обменял на новенький Porsche. Я абсолютно уверен. Моя депрессия, полное отсутствие либидо и писательская импотенция – все это из-за 4 паршивцев, у которых почти магическая способность безжалостно срывать любые мои попытки стать счастливым. Мог ли я подумать, что одним ненастным вечером моя жизнь изменится навсегда? Я оставляю идиота! Что, прости? Это его имя, и это его дом.